А наш домашній дизайнер Андре Тан сьогодні дебютує у ролі сімейного психолога. Він запевняє, ви і ваша половинка повинні одягатися в одному стилі. Навіщо і як це робити? Дивіться далі. С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, сколько гармонирует гардероб ваш и вашего мужа? Одетая в одном стиле пара смотрится более гармонично и привлекает к себе внимание. Почему бы вам не появиться одинаково одетыми на вечеринке или в компании? Бекхэм и Анджелина Джоли с Брэдом Питтом всегда одеваются в одном стиле. Почему бы вам не попробовать? Не нужно одеваться одинаково с ног до головы. Нужно просто дополнить образ друг друга. Например, подберите одежду в похожей цветовой гамме, фактуре или оденьте похожие аксессуары. Беспроигрышный вариант для неформального стиля – это очки-авиаторы. Они одинаково стильно смотрятся как на женщине, так и на мужчине. Также могут быть шляпы, галстуки и даже бабочки. Попробуйте одеваться в одной цветовой гамме. Выберите какой-нибудь цвет или принт, например, как у меня, который присутствует в наряде у обоих. Хорошо будет смотреться черно-белый контраст. Причем в этом случае лучше отдавать предпочтение классическим вещам. И самое главное, соблюдайте стиль. Если вы одеваете вечернее платье, то ваш спутник должен быть тоже в костюме. Никаких джинс и никаких кед. И мой вам совет. Если женщина одевает вечернее платье, пускай она оденет красные туфли. Тогда у мужчины в смокинге обязательно должен быть красный платочек. И тогда вы неразделимая пара. Кстати, как вам сегодняшний мой лук? Ну, я понимаю, что я выгляжу немножко странно, но я просто без своей второй половинки. И вообще, я жертва распродаж. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Увидимся совсем скоро. Пока!